Привет, ребят, на обзоре два Бурана образца 2009 года и 16 17, я точно не помню в каком. Значит, какие у меня внесены изменения на этот Буран? Уже об этом в ранних своих роликах говорил. Давайте начнем. Сниму я. Изменениями занимается Олег, мне некогда. Поэтому он тут все что-нибудь мудрит с этим снегоходом. Так. Поставил он из транспортерной ленты перегородку, чтобы теплый воздух не шел на воздухозаборник. Сделал в крышке окно, чтобы холодный воздух поступал на воздухозаборник. От приоры, чтобы не сифонило на двигатель. От приоры? Да, от приоры. Ага. От приоры поставил. Выхлоп под гусеницу. Сначала выводили мы вот сюда трубу, вот это место. Но после того, как проедешь, на нем большой промежуток, получается, что весь пропахиваешь дымом, приезжаешь и тулуп или в чем там едешь, приходится вешать где-то, грубо говоря, не в жилом помещении, потому что очень сильно пахнет. Так, поставили стропу. Стропу он сделал из ремня от мотоблока. Здесь получается вот эта хрень, она от снегохода Тайга, не знаю, как она называется. Что еще? Да, стоят. Что еще-то у нас? Да, подняли немного стекло. Подняли немножко стекло, потому что когда едешь, сидя, получается, что ветер прямо в лицо. Немножко подняли, эта проблема ушла. Так, убрали фароискатель, поставили фару. Ну, сейчас пока она у нас убрана, фару светодиодную установили. Светит хорошо, но она у нас сгорела. Вот сейчас отремонтировали. И вроде бы это самое работает. Так, здесь поставлена пластиковая накладка. И там сделан, как показать-то, там сделан металлический кант, чтобы на твердой поверхности снегоход лучше поворачивал. Здесь пропилили окно, вот в этом месте, в корпусе, чтобы теплый воздух шел на карбюратор. В этом году были у нас проблемы с карбюратором, запала вот эта воздушная заслонка, или как она называется. И, в общем, повозились немножко. Весь карбюратор пришлось чистить, почистили. Ну, в общем, ладно. Это уже лирика. Здесь убрали перегородку. Покажи, в этом пространстве под сиденкой здесь была перегородка. Вот так вот она шла. Мы ее убрали, чтобы места было побольше. Ну и все, наверное, все изменения. Больше вроде ничего не делали. Датчик. Датчик температуры, да. Ездит снегоход. Хотя многие говорили, что зря купил. Нет, ездит. Но я вам скажу, ребят, в этом году я покатался на Ямахе Викинге. Гораздо мне больше понравилось. Намного, намного удобнее. Намного комфортнее езда, чем на снегоходе Буран. Но тем не менее, что, рабочий снегоход. Ездит, таскает. Ну, я думаю, что с такой, наверное, в пухлый снег 2 литра, ой, литр на 2 километра, наверное, будет такой расход. Проблема. Пробка подтекает. Меняли пробки уже, но все равно где-то выдавливают топливо. Это проблема, ничего не можем сделать. А так, вроде бы все. Сейчас покатаемся.
they are shifting. Что, ребят, покатались немножко на снегоходах, помяли снег. Снег для снегохода тяжелый, на мой взгляд. Проваливаемся глубоко, как один, так и другой. Ну, этот длинный буран за счет длинной базы, я думаю, тянет немножко получше. И где-то и в горку, и так. Небольшая разница есть. А так что, оба аппарата достойные. Не просто так на них уже ездят несколько десятилетий. Если бы они не ехали, снег на них бы не ездили. Что еще сказать? Всем удачи, всем пока. Давайте, ребят.